Молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал свет, осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его.